Наверное, всем пожелание одно, чтобы мы наконец-то добились того, чтобы вопросы касательно жизнедеятельности района, Балаклава, точнее, Балаклавского муниципалитета, я имею в виду, решались на месте по максимуму. Потому что ряд из, скажем так, частного состоит общее. И когда в частности больше у нас, то легче и правительству, и заксобранию, потому что до них не доходит вал тех жалоб, сообщений, критики, которые и вполне естественно идут, потому что на местах вопросы не решаются. Мое пожелание, самое главное такое, чтобы человек пришел сюда и смог найти вопрос, ответ на свой вопрос. Вот тогда это не на весь, понятно, что у нас есть свой уровень, своя компетенция, опять же, повторяться не буду, но в вопросах жизнедеятельности территории это должно быть здесь. Если у новой команды будет это понимание, и реально от слов все это будет к делу, будет хорошо. Тогда никто не боится ответственности, поверьте. Мы 2 года ходили, кладились наверх, дайте нам работу. Опять же, были назначаться, сидели все тихонечко, грамотно награждали народ и не дергались бы. Но опять же, стоят люди, которые с нами, которые нас избирали. Поэтому вопросы жизнедеятельности района должны решаться на уровне района. Тогда будет порядок. И за это спрашивайте, какие проблемы? У нас есть куча контролирующих органов. Никто же не боится ответственности.